Беременной на красной дорожке появилась французская актриса и модель Роксана Мескида. Она снималась в фильме «Шайтан» с Венсаном Касселем, еще когда он был с Моникой Беллуччи, а также в сериале «Сплетница». В общем, теперь-то про нее ходят сплетни, что она реально живет в Лос-Анджелесе, в доме, где раньше жил Чарли Чаплин. Как думаете, правда?